Страхование жизни – это дело с большой буквы. Это бизнес, построенный на взаимной выгоде трех сторон – клиента, финансового консультанта и страховой компании. Я директор агентства ИЖС компании «Ренессанс Жизнь». Хочу поделиться некоторыми цифрами. 80% населения нашей страны живут от зарплаты до зарплаты. 90% пенсионеров не имеют никаких сбережений к выходу на пенсию. И только 4% населения нашей страны инвестируют в свое будущее. Для сравнения, в Америке 60%, в Японии 80%, в Европе 40%. Почувствуйте разницу. Самое интересное не в том, как распорядиться уже существующими деньгами, а то, что стратегия использования личных финансов позволяет вам найти и инструменты их грамотного зарабатывания. А может быть, и пенсии не понадобится тогда, когда к 40 годам у вас уже будет свой источник пассивного дохода. Кстати, во всем мире пенсию называют не ту нищенскую подачку, которую дает государство, а пенсия – это доход от собственных грамотных инвестиций, одной из которых является страхование жизни. Это один из инвестиционных инструментов. Практически у каждого садовника, шахтера, учителя и даже профессора в странах развитого капитализма у каждого из них есть страховка, которая позволяет ему существовать безбедно и в течение жизни получать качественную медицинскую помощь даже высокой стоимости, как бы бесплатно за счет тех накоплений, которые уже были сделаны. Мы с этим только сейчас знакомимся. Многие с недоверием относятся к этому. Вот эти денежки сегодня утащить себе в норку и потратить их на что угодно, а знать, что будет завтра, вот эта неуверенность не дает нам возможности использовать тот финансовый инструментарий, которым пользуется сегодня весь цивилизованный мир. Да, учитесь правильно распоряжаться деньгами, зарабатывайте больше, живите лучше и слушайте наши подсказки. Жизнь – это самое ценное, что у нас есть. Именно накопительное страхование жизни дает шанс сделать жизнь свою и своих близких комфортной, обеспеченной, счастливой. Мы – страховая компания «Ренессанс Жизни».